Избыточный вес постепенно становится одной из самых больших проблем со здоровьем 21 века. Никакой другой болезнью люди не болеют так часто, как ожирением. Эта проблема актуальна не в зависимости от социальной и профессиональной принадлежности, зоны проживания, возраста и пола. Вот только если одни проблему лишнего веса могут решить сами, начав заниматься спортом и правильно питаться, то другие и вовсе обращаются к врачам-специалистам за помощью. А все потому, что проблема ожирения влияет в целом на здоровье человека. Болят суставы, большая нагрузка на сердце и многое другое. Потому сегодня избыточный вес стал болезнью, с которой нужно бороться. Один из способов – это так называемая бариатрическая операция. Это направление существует уже более 80 лет. Просто сейчас оно возрождается на новом, более современном уровне с внедрением новых технологий. А вообще бариатрия – это лечение ожирения. Ну, сейчас это интерпретируется не только как лечение самого ожирения, но и как сопутствующих заболеваний, например, сахарного диабета, гипертонии и прочих. Это называется метаболическая хирургия. Если 5 лет назад ситуация была такая, что об этих операциях знали только немногие, в основном медики, и мало пациентов было, то сейчас это просто невероятное увеличение количества операций, методика различных. По интерпретации ВОЗ нынешняя ситуация по ожирению называется неинфекционная эпидемия ожирения. Этого во всех странах мира, и наша страна не исключение. С каждым годом в несколько раз увеличивается количество обращений по поводу ожирения. Сегодня на базе Брестской областной клинической больницы, где, собственно, и делают подобного рода операции, прошла уже 3-я по счету областная научно-практическая конференция с участием республиканских специалистов. В этот раз рассматривались актуальные вопросы бариатрической и метаболической хирургии 2023 года. Внимание участников были представлены доклады по актуальным вопросам анестезиологического обеспечения бариатрических вмешательств, особенностям ускоренной реабилитации пациентов после операции по поводу ожирения, а также, что немаловажно, возможным ошибкам и осложнениям. Мы стали клинической больницей, и если раньше мы как бы хотели, занимались наукой или учебной работой, то сегодня это, в общем-то, наша задача заниматься. Ну, а для развития наших сотрудников, для развития врачей в области, мы должны проводить какие-то конференции актуальные. Поэтому наши коллеги из Минска нам уже тут 3-й год помогают проводить эти конференции в плане бариатрической хирургии. И сегодня тематика будет посвящена тоже лечению ожирения хирургическому, но с акцентами на анестезиологическое обеспечение, ошибки и осложнения, которые могут быть при этих операциях, как ускоренно реабилитировать пациентов. То есть мы, накапливая опыт вместе с нашими коллегами из Минска, ну, как оказалось, Минск, и мы сегодня выполняем наибольшее количество операций по республике. Так вот, накопив какой-то определенный опыт и наши коллеги, и мы видим о том, что есть возможность улучшать в том числе реабилитацию этих пациентов. Врачи Брестской областной клинической больницы не так давно внедрили в свою практику хирургический метод лечения ожирения. При этом хирурги успешно освоили самые современные малотравматичные методы бариатрических операций. Таким образом, они помогают решить проблему избыточного веса жителям нашей страны. Проблемой бариатрии мы начали заниматься примерно 10 лет назад. В общем-то, в 2014 году не единичные операции были, а уже десяток операций были произведены. И постепенно вот до сегодняшнего дня идет рост количества пациентов и рост количества операций. Появился опыт у наших хирургов, потому что этой проблемой сегодня занимается несколько человек у нас в больнице. Ну и результаты неплохие. В нашей клинике бариатрической хирургией занимаются несколько врачей. Первая операция была выполнена в 2010 году. Оперировал заведующий отделением хирургии Радиевский Игорь Леонтьевич. А первое совместное вмешательство, которое мы выполнили с профессором Стебуновым Сергеем Степановичем, было выполнено в 2012 году. Как раз таки это была рукавная резекция. Пациентку мы наблюдаем, и за 11 лет она снизила вес на 50 килограмм и очень довольна своим результатом.
Последнюю операцию, которую на базе областной клинической больницы мы выполнили с профессором Стебновым, она была выполнена в феврале, и как раз-таки это вмешательство было выполнено по модифицированной методике рукавной резекции. Вес пациента на момент операции был 195 килограмм, на сегодняшний день минус в весе 50 килограмм. Естественно, с хорошим положительным результатом. К слову, в Брестской областной клинической больнице ежедневно проводится около 80 различных операций, а в год порядка 19 тысяч, из них 3 тысячи высокотехнологичных. А более 400 пациентам была сделана бариатрическая операция.